А в Калининградской епархии состоялся областной семинар. Темой дискуссии на методической встрече стало «Дошкольное воспитание». Собравшиеся обсудили текущие проблемы и наметили планы для дальнейшей деятельности. Подробнее наша коллега Лариса Степкина. Методический семинар под обобщающим названием «Дошкольники воскресной школы. Учимся, играя» состоялся в Светлогорске. Духовно-просветительский центр при храме преподобного Серафима Саровского собрал представителей воскресных школ. Более половины приходов Калининградской епархии откликнулись на инициативу Светлогорского центра «Наш дом». Все чаще воскресные школы обращаются к обучению дошкольников. Но они не имеют, к сожалению, опыта работы с ними. И прекрасно понимают, что воспринять ту теоретическую базу, которую они владеют и которую они пользуются при обучении старших детей от 7 лет, они не могут. Потому что методические основания работы с детьми дошкольного возраста совершенно иные. Пришедшие услышали об особенностях методики работы с детьми дошкольного возраста, узнали о принципах построения занятий, стали участниками практического занятия. На семинаре обозначили существующие проблемы работы воскресных школ. На одну из них обратила внимание Марина Соколова, ведущий методист Калининградской епархии. Она напомнила, что все лучшее в человеке уже заложено, что маленького человечка нужно учить любить и помогать очищать родник его души. Это работа тонкая. Это работа, которая сродни вышиванию гладью. И вот здесь очень важно вот эти тонкости с педагогами проработать практически, методически, понять, какую цель мы должны перед собой ставить и как этой цели правильно достичь, чтобы действительно детки наши погружались вот в пространство своей родной веры, приобщались к нему, и чтобы это было залогом того, что когда они будут взрослеть, они не уйдут из церкви. Вот это очень важно, чтобы это был живой свет живого православия. Для кого-то методический семинар стал своеобразным обменом опытом, для кого-то – площадкой для повышения квалификации, для кого-то – полезным общением. Инициаторы проведения встречи, представители духовно-просветительского центра «Наш дом», подготовили для гостей свой методический материал. Итогом работы стал круглый стол, на котором собравшиеся наметили темы для дальнейшей совместной деятельности – семья, родители воскресной школы, театр. Специально для телеканала «Союз» подготовила Лариса Степкина, Кафедральный собор Христа Спасителя, Калининградская епархия.